Всем привет, с вами Беттер, и сегодня мы не с Некитом, а Вескером, будем крутить, короче, Сайгу 12C. Ну чё, Валер, погнали? Всем привет, дорогие друзья, и попытаемся всё-таки выбить, потому что я хотел её очень долго. Долго-долго. Посмотрим, но есть один, буду вертеть по одной коробке, потому что, мне кажется, так лучше выпадает. Какой по одной, ёбнулся, что ли? Эпа, товар закончился, видите, сразу мне предлагают, что Сайги не будет, и... Посмотрим, что будет. Но я вообще хочу попробовать хотя бы обычную. Если будет обычная, я буду доволен. Хотя бы обычную Warface. Станник. О, великий станник, блядь. Давай. Дай мне, пожалуйста. Давай нам с Цайгу, блядь, короче. Ну что, первые пять коробок. Мы будем раздавать на... попробуем. На пабликах, ёпта. Ой, блядь, одни скины. Отлично, далее. Святые бобры, блядь. Поинтересней. Золото, золото, давай. Мы верим. Товар закончился. Нет, смотри-ка, не закончился. Нормально вроде, смотри. Ну? Один час, ёпте. Зашибись. Как всегда, блядь, и скины. Вот, блядь, разрабы, поменяйте уже, блядь, дополнительную награду, блядь. Другой какой-нибудь дробаш впихните туда. Ё-моё, люди будут... Одни скины, зашибись. И скины уберите, они в жопу никому не уперлись, блядь, эти скины. Один час. Давай, крути. Пробуем. Крути. Да, кредиты потихоньку исчезают, а вот Сайга не приходит. Зато спаса 15 на 11 дней. Ну, ничего страшного. Один час. Да, серьезно, что ли, блядь? Вот с этим вот нововведением, что они делали по один час, прям. Да, лишь блядь. Только не дать они людям не идут всегда. Вообще, я тоже вот, бля, хуярил это. Сайгу это, бля, и не прет ни хера. Ну ничего, мы не отчаиваемся, у нас есть еще 600 кредитов. 600 кредитов, это сила, бля. Ну 600 кредитов можно. Я надеюсь, что в этих пяти коробках будет то, что мне надо. Золотой станет, блядь, навсегда! Да. Но, скажем так, я сегодняшним выпуском доволен из-за того, что действительно я получил то, что хотел. В общем, все. А вам, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, с вами был Беттер Валера. Пока. Спасибо, ребята, спасибо.